Так, мы продолжаем биться с гроссмейстером из Германии, французская защита. Проверим, удастся ли пожертвовать гроссмейстеру. Слава на H7. Меня какие терзают, конечно, смутные сомнения, но все, уже не удастся. Довольно скучный вариант, здесь он b4 и ферзь d5 будет сыграно. Унылая пора. А чё я очарование? f5. Так. f5. Он хочет как-то запереться. Ну ладно, пусть запирается. В конце концов, пространства у нас больше. 2-0, дело, держи один и g4. Идем ставить мат. Рады, радостные шахматы, в конце концов. Очень радостная. Ну, вот он, видно, что с пониманием все нормально. Активизирует слона французского. Нет, не то, что у Майера с жабавой. Да, у Майера с жабавой полно только желания издеваться над зрителями. Ну, может провести g4, если. Ну, конечно, слон будет очень сильный, но... Но... Все-таки, может, мы короля зацепим? Как бы, может, вообще надо было качество отдать ферзь g1 пойти? Ой-ой-ой. Наверное, так и надо было сделать. Хотя... Стоп, ну ладья h3. Ладья h3 слон g4, нам, видимо, больно. Причем... А, или нет. Слон g4 ферзь f1. Проверяем? Да, конечно, это интересно. Ферзь f1, да. И подвисает на мы h4. Хотим конем побить на h4, в этом идея. Да, не знаю, какая-то тут рубка. Мясо, рубка. Вот так О вот. Боже. Что происходит? Что это за ход? Не знаю. За g5. Не знаю, но я точно знаю, что я это не видел. Мы можем ничью, видимо, сделать. Каким образом? Ладья h4, слон f3, gf. То есть ладья h4, но если он бьет, то ферзь g2 такая идея. Мы, видимо, ну, ферзь g2 и h3. Поэтому он будет бить коня, ферзь f3, gh, ферзь звучит. Не знаю. Коня h4 еще тоже есть. Слон h3, взяли, ферзь g6. Вот мне из всего предложенного конь h4 больше всех нравится. И мне не нравится то, что у нас минута 23. Дай подумать чуть-чуть. Сложная позиция. Так, так. А слон h7 нигде не проходит? Да, слон h7 я считаю тоже. Ты просто мешаешь мне чуть-чуть. Ну, я понимаю, собственно, что нас смотрят, мы должны как-то развлекать за этим. Ну, ладно, бьем. Ну, ладно, ты прав. Что я думаю, часами тут. Скидывай всегда материал. Да. При любом удобном случае. Надо было конем бить, что я столько думал, а все-таки пошел неправильно. Ферзь h5. Почему не ферзь h5, Никита? Не знаю, так, сейчас шаг. Нет, ну... В конце концов, радостный шахмат. Конечно. Сейчас бедному гроссмейстеру весь материал отдаем, он в шоке там он сидит. Чего вообще, молодежь вообще не уважает. Даже намека на уважение, да. Так, ну, ферзь сейчас, наверное, подключится куда-нибудь. Не знаю, что за ерунда происходит вообще. Слон h6. Хочу дать мат. Кстати, некоторые шансы-то есть. Дать мат? Ну ладья же, ладья хочет на g1. А что ему делать вообще? По-моему, жбан. Красиво. Там же мы на шахах съедим. То есть мы не просто съедим, мы его съедим на шахах, то есть наш не потеряется. Времени маловато, но... Там у нас будут ферзь за две фигуры, за ладью и коня. Но должны как-то успеть выиграть. Я в тебя верю. Так, ну что это? Слон... Под слон g4, да? Ну, под слон g5. Ну, а ходов не было. Что? Ну, теперь побить. Ладно, можем дать? Ладно, не можем. Времени нет проверять все это. Да, ладья g1. G1? Я не ожидал, что он конем побьет. Так, 18 секунд. Важно не выпустить нашего соперника. Времени маловато, конечно. Такой конь f4, интересный удар. Можем и выпустить, что он сейчас королем все-таки убежит, видимо. Вроде как забирай. Вот теперь он как-то мат не склеится здесь. Не знаю, так, ладно, шах пока.
10 секунд, пора шлепать. Ты обманываешь меня. Какие 10 секунд? Больше. А, 16. Отъели здесь. Дали шах. Победа. Да, успели. Всем спасибо за внимание. Интересная комбинация прошла, интересная партия.